Посетители зоопарка теперь смогут увидеть кустарниковых собак. Пара редчайших южноамериканских хищников приехала в наш город в декабре и некоторое время находилась в карантине. Сейчас животных уже переселили в постоянный вольер, они привыкают друг к другу. Зоопарки надеются получить потомство, ведь этот вид долгие годы считали вымершим. Ученые проводили исследования только по останкам этих животных. И потом, с течением времени, эти собаки начали выходить к людям. И то есть этот вид стал не вымерший, а еще существующий. Очень редкое животное в зоопарках России. Их нет пока на данный момент, кроме нашего зоопарка. У двухлетнего самца кустарниковой собаки уже есть кличка Боб. А над именем для его подруги специалисты еще думают, наблюдая за характером. Освоились в Новосибирске эти псовые быстро. У животных хороший аппетит. Есть они предпочитают говядину и рыбу. Пока пара живет в теплом вольере, весной же кустарниковых собак переселят на улицу. Новых обитателей ждет просторная клетка с бассейном. Эти собаки хорошо плавают благодаря специфическим перепонкам на лапах, как у выдр.